Так, ну что же, всем привет. Сегодня я вам рассказываю про то, как буду заменять свою куртку на Яндекс.Еда, которая сейчас у меня есть. Вот она. Здесь светоотражающие элементы есть у нее. Такая вот надпись Яндекс.Еда. И также, что здесь могу. По поводу качества здесь очень плохо сделаны карманы. Вот видите, карман здесь более-менее целый. Но, к сожалению, он не закрывается на, так сказать, заклепки свои. Здесь вот нет никаких ни мол, ничего. Вы просто можете так потерять. И то, что карман у вас выпадет, в общем, непродуманно. Здесь вот такая вот надпись Яндекс.Еда. На рукавах никаких надписей нет. Здесь есть регулировка. Здесь вот такая вот регулировочка есть. Застегивать, отстегивать, в общем, такие вот пироги. Здесь есть, где подмышки, вентиляция. Две вот сделаны такие штуки. Не знаю, зимой это особо не помогает. Может быть, это на лето сделано. Есть капюшон. Заклепки вроде более-менее нормальные. Не, ну мне, я ездил на велике, вложил в карман велик. Вот сюда вот телефон. Поэтому последнюю кнопку вот эту я не застегивал, иначе у меня просто один раз вылетел телефон из кармана из-за того, что очень близко пришлось это расстегивать пуговицу последнюю и ехать без нее. Внутренности вот такие вот у нас. Здесь тоже размер помечен. Это из чего сделано? Полиэстер. Как тут что сделать? Размер КЛ у меня. L. Здесь вот, если есть, покажу L. Такой же буду сейчас брать, поеду на обмен. Что меня не устраивало, это качество карманов. К сожалению, они очень плохие. И вот оборотная сторона. Здесь тоже написано карман, вот который был плохой. Вот видите, да, он здесь отошел. Он здесь вот-вот. Сам, без всяких нагрузок, у меня здесь лежали просто перчатки. Он просто отвалился. Грубо говоря, если что-то туда тяжело будете ложить, у вас будет такой же бред. Здесь надпись вот. Яндекс. Яндекс. И значок Яндекс еды. Вот. Так, такие вот пироги. Сзади никаких уведомлений здесь нет. Здесь тоже регулировка. Никаких уведомлений сзади нет, просто желток сзади. Так это выглядит куртка. Поеду обменять на новую. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.